Строгий отбор, долгий комплекс тренировок и выступления на престижных соревнованиях. Именно через такие испытания прошли приморские кикбоксеры для того, чтобы поучаствовать в чемпионате и первенстве края. За два дня состязаний на ринге спорткомплекса «Олимпиец» побывало более 50 бойцов из Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема и Заводского. Заявились и мастера спорта, и кандидаты в мастера спорта, такие как Черненко Максим, мастер спорта России, кандидат мастера спорта Джамал Асан, победитель первенства мира Петров Станислав, кандидат мастера спорта из Уссурийска. То есть турнир очень хороший, очень много спортсменов собрано. Версия кикбоксинга на турнире К1. Это самая зрелищная и, по мнению многих, самая жесткая дисциплина. Неудивительно, ведь здесь позволено многое. Удары с колена в голову, с разворота, по ногам и тому подобное. Самым младшим спортсменам на первенстве края по 15-16 лет. Одним из таких подрастающих бойцов является Никита Полищук. В своей копилке имеет уже немало достижений, а по-другому и никак. Ведь из парня все возможное выжимает тренер, отец Никиты. Тренер, как и отец, он хочет добиться, чтобы спортсмен занимал высокие достижения. А еще, когда тренер является отцом, то это намного тяжелее, потому что все внимание на тебя. А вот внимание на сам чемпионат обратили даже представители кудо и тайского бокса. Стили похожи, правда, знакомые элементы спасают не всегда. И часто кикбоксеры без особых проблем одолевают, так сказать, внештатных бойцов. В этом разделе кикбоксинга я попробовал первый раз себя. И мне очень понравился на самом деле. Соперник был хороший, как и я был новичок, но он с тайского бокса, и ему вся эта техника уже знакома. Но я победил, постарался. В целом, по словам Приморской федерации, кикбоксинг наконец-то добился массовости. На данный момент в регионе этим видом спорта занимается более 2000 человек. Приходят сюда даже девушки, причем некоторые из них готовы в будущем перейти из кикбоксинга во что-нибудь потяжелее. Я хочу выполнить мастера спорта международного класса, участвовать в профессиональных боях, то есть драться в клетке, ну, по таким версиям, как ММА, Fight Night, Формула там М1, я не знаю, UFC. Вот это, ну, это моя мечта, можно сказать, участвовать в таких соревнованиях. Ну, этими боями я буду зарабатывать на свою жизнь. Это мой доход будет, семью, ну и так далее. По итогам этих соревнований из числа победителей и призеров сформируют сборную Приморского края для поездки на дальневосточный чемпионат, который пройдет в Якутске с 9 по 12 февраля. Максим Яковлев, новости спорта на 8.